«Красавица и чудовищная собака». Автор сценария Джек и Карл Мендельсон, режиссер Жозеф Жак. Вы устали питаться в сухомятку или не любите готовить? Боитесь, что, поглощая вафли, можете превратиться в вечно хрустящего, слащавого грызуна? Можете раздаться и вдоль, и поперек? Нет, милый. И вафли! Можно повторить вопрос? Итак, мистер... Вафельный клоун. Чтобы сделать вкусные вафли, просто залейте масло в отверстие в шляпе и нажмите на его блестящий, причудливый оранжевый носик. Затем... Ай! Если кому нужен сироп, нажмите кнопку в виде цветочка на костюме клоуна. Как вкусно, правда? Ну еще бы. Баркли, хватит лакать сироп. Тревор, милый, как ты? Может, хочешь вафлю? Сынок, одежду из бумаги уже не носят. Это не бумага, отец. Это имейлы. Сотни имейлов от... Ай! Одной девчонки со всех концов мира. Ай! Дорогой Тревор, пишу в 52-й раз. Хочешь сходить на танцы в субботу? Твоя Флейм. А? Треви, твое затянувшееся молчание означает «да». Я скоро приеду. А? О, Треви, обернись! Я смотрю на тебя через окошко. Она следит за мной. Она от тебя без ума, сынок. Не тушуйся. Таков удел мужчин нашей семьи. Да, это точно. О, он носит мои имейлы на рубашке. Как романтично. Спрячьте меня. Скорей. А, миссис Потански, я Флейм Фишбендер, подружка Трева и ваша будущая невестка. У меня к Треву серьезный разговор. Ой. Хьюстон, у нас тут проблемы. Входи, детка, он в мусорном баке. Я так потрясена, что не нахожу слов. Значит, идем на танцы в клуб «Носок». Ты даже надел ради этого на голову носки? А белых носков у тебя нет? Нет. О, в этом носочном клубе ужасно. Идем, лучше побудем где-нибудь наедине, а потом... Ладно. Только сниму носки. Хочу избавиться от этого носочного наряда как можно скорее. Извини, у меня ужасная аллергия на собак. Впрочем, я не откажусь ходить в клуб. Мы можем потанцевать с тобой. Можем потанцевать. Можем потанцевать. Кого выбрать? Флейм или Баркли? Флейм или Баркли? А потом по гороскопу я... Флейм! Да? А, к сожалению, Баркли не отходит от меня. Знаешь, я дрессирую его, чтобы он чесал мою чесотку. Чесал чесотку? Да. Я вчера обжегся, ядовитый плющ. А отравленному строго запрещается чесать себя самому. Ну что, Баркли, чеши меня. Ясно. Понятно. Я знаю, что делать. Что, ты имеешь в виду? У меня обострение, и нам лучше отсюда уйти. Между прочим, ты дашь мне носок на память? Нет! А может, клок твоих волос? Нет! О, ты такой душка и такой неприступный! Мне поможет мой Баркли!
Хватит меня чесать. Мы избавимся от нее. У тебя есть опыт, ты здорово пугаешь девчонок. С этого дня и до 10 вечера в субботу даже во время танцев. Ты понял? Все это время будешь рядом, как приклеен. Пока все спокойно. Флейм не видно. Баркли, я сказал, чтобы ты был рядом, как приклеенный. Но это лишь аллегория. Фигура речи. Ну, ты меня понял? Сюрприз! А-а-а! Зачем ты забралась в мой шкафчик? Хотела напомнить, до танцев осталось 680 минут. Баркли! Глупый пес, отдай мой эпоксидный клей. О, эй, аллергии вроде уже нет. Может, пора попрактиковаться? Лей, убери волосы с моего лица. Эй, Треви, я сочинила песню, как мы сидели в шкафу. Раз с любимым я, как сардины в банке, просидела, пока не нашел нас пожарник. Но с таким, как ты, век сидела бы я. Баркли, закрой окно. Эй, жених, что, ты не собираешься на танцы? Нет, отец. Наш любимый пес Баркли сделал так, что я останусь дома и буду играть в шахматы по интернету. Баркли. Прости, Тревор, но во имя нашей любви пришлось тебя похитить. Мы едем на танцы. На этот раз твой пес нам не помешает. Познакомьтесь с моим другом Тревором. Ну что, носочники, давайте-ка вспомним не стареющие мелодии 50-х годов. Ну же, Тревор, скажи волшебное слово. Я боюсь. Нет, милый, скажи, Флейм, я хочу танцевать с тобой. Говори. Я хочу танцевать с тобой. Давайте покружимся! А теперь потрясемся! А теперь поворот! Стой! Стой, шкодливый пес! Шкодливый пес! Спаси меня. Знаешь, какой бы сумасшедшей ты ни была, ты все же лучше, Баркли. Значит, ты понял это, Треви. Но, если честно, мне всегда нравились более крутые парни. Твое желание избавиться от меня наконец исполнилось. Правда? Так, значит, ты меня бросила? Думай, как хочешь. С этого момента мы просто друзья. Как это ни странно, но ты спас меня. Ты очень хороший, Баркли. Попросим победителей нашего вечера станцевать еще раз на бис. Прошу, Тревор и Баркли по-тански. Просим. Музыка, начали. Гадкий пес!
Продюсер Луи Дюке. Отдай! Шкодливый пес. Это мой Баркли. Это зоопарк. Автор сценария Рэй де Лаурентис. Режиссер Мейнард Хансен. Добро пожаловать в наш зоопарк, где теперь живет знаменитый красавчик, редкий вид злой обезьяны. Обезьяна! Итак, благодаря моему мудрому и чуткому руководству, этот некогда обычный зоопарк получил знаменитого красавчика, нашего первого примата. Хорош, хорош! Алжирская злобная обезьяна, пожалуй, самый свирепый примат во всем мире. Показывая свой яркий мех, эта небольшая обезьяна как бы говорит всем остальным животным: ты мне не нравишься. Я мал, но очень опасен. И беги, а то съем. Разумеется, некоторых хищных животных этим не испугать. И тогда алжирская обезьяна применяет особый прием: надувает голубой горловой мешок и испускает ужасающий вопль. Вам нечего бояться, господа. Ведь красавчик сидит в крепкой клетке. Ой, нападают! Они хотят наказать нас за то, что мы забрали у них красавчика! Простите, простите нас. Ладно, хотя я вовсе не думаю, что вы заслуживаете прощения. Если хотите еще раз услышать крик обезьяны, нажмите кнопку. Баркли, кнопки находятся не на пиджаке, а вон на том автомате. Где красавчик? Где ужасный зверь? Вон он сидит. Видите, вон его яркий мех в самом дальнем углу клетки. Разрешите вас спросить, что это с ним? Ха-ха, не смотрите на его мирную позу. Он может внезапно разозлиться и напасть. Я совершенно уверен, что он болен чем-то очень заразным и смертельным. Вряд ли. Он... Он не настоящий. Пап, мам, давайте подадим на мистера Вредли в суд. Он настоящий. Он просто... Его пассивное поведение говорит о депрессии и подавленной злости. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Он ведь... Хватит! Говорю вам, прекратите сейчас же! Красавчик просто акклиматизируется к новой среде обитания. Если уж он вас так заинтересовал, то вы можете по вполне уверенной цене купить у нас в ларьке модную кепку или футболку с его изображением. Да ладно, старик, пускай он немного передохнет. Шоу хищников через 5 минут. Вы идете на шоу хищников? Вот, могу предложить билеты. Будете сидеть рядом, совсем рядом со львами. Спасибо. Что надо сказать, дети? Спасибо. Я профессиональный терапевт. И каким бы безнадежным вы ни казались, я уверена, что смогу помочь. Если хотите еще раз услышать крик обезьяны, нажмите кнопку. Больше я тебе этого не позволю. Это невероятно, Треф. Готов поклясться, что немногие видели львов так близко и могут об этом рассказать. Вот, Треф, возьми хот-дог и успокойся. На помощь! Помогите! Мы готовы. Попробуйте. Добрый день, посетители. Я Дэнни Данстон, а это мой брат Дэнни.
Как и наши громилы с громадой, мы просто близнецы. Но несмотря на сходство, между нами есть и некоторые различия. Конечно, есть. О, да, наши львы. Хищники! Хищники, да! Верно. И как хищ. Хищники! Да! У этих хищников острые-острые зубы! А разве они не должны сидеть в клетках? Черт, Дэнни, мы же забыли про клетки! Значит, пора покормить их мясом, чтобы они не начали есть ни в чем не повинных зрителей. Мясо! Обед! 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 Да-да, красавчик в депрессии. Это зоопарк. Здесь пока что все нормально. Но деньги должны быть в любом случае, ясно? Эй, мясо предназначено львам! Кыш-кыш! Это моя персональная тележка для гольфа. Понял? Эй, Дона, что ты думаешь насчет барбекю сегодня, а? А! Нет, тут голодные львы. Это опять мы, друзья. Просим вас на шоу закамуфлированных животных. Все эти животные специальным образом закамуфлированы. То есть закамуфлированы. Бог мой. Значит, они везде? Да, но пока что они, скорее всего, решили отдохнуть. Только вот кажется мне, что все это неправда. Я не видел здесь ни одной паршивой зверушки. Оу! О, львы! Львы! Жаль, мистер Врятли, но львы уже кончились. Закамуфлированный вам случайно не подойдет? Ты извиниться не хочешь, а? Ну, отвечай! А? А? Змея-бревно! Птицы-кусты! Жуки-убийцы! Ужасная мерзкая гигантская лягушка! Спасите меня, спасите! Дайте мне руль! Не смейте меня трогать, ясно? Я директор зоопарка, черт бы его побрал! Цыц! Я требую уважения к себе! Хватит! Все! Плохой пес! Плохой пес! Как драматично! В какой-то мы клетке? Ты все неправильно понял, красавчик! Это пес! Ну? Скажи ему! Давай! Вы называли его плохим псом? Да, а эта шапка не снимается. И красавчик мне не верит. Баркли очень чувствительный. Немедленно извинитесь перед ним. Вы меня слышите? Скажите ему, что он хороший пес. Сказать, что он хороший пес? Ну нет, этого я не могу. Хороший пес, очень хороший пес. Баркли, будь добр, помоги немного мистеру Врядли. Вы прекрасно справились, мистер Врядли. Благодаря вам красавчик выглядит намного лучше. Теперь на него стало просто приятно смотреть. Ну что ж, рад, что вам понравилось наше шоу. Может, мне теперь всегда сидеть в клетке, чтобы вам было весело? Простите, простите нас!